Есть очень хорошие дни в жизни. Это дни, когда рождаются лучшие люди, которые могут вас осчастливить, дать вам жизнь и лучшие моменты. Они будут с вами, или они будут где-то в параллельном мире, или в этом мире, точнее. И этот родовой канал будет продолжаться. Иногда вы будете думать, почему же вы такие поступки делаете, а они прошиты в вашем родовом канале. Они работают. Еще как. Это основа. Это те частоты, вибрации, родовые каналы, которые вам даны с рождения. Всегда их надо знать, ценить, уважать. Научитесь этому. И тогда вы не будете западать на чужие и пустые и простые моменты, которые не имеют никакой цены. Цените то, что вам дано. Не ковыряйтесь в чужой яме, в чужом овраге. Будьте на горе своего родового канала. Держите, будьте царем горы своего родового канала. Тяжело иногда понять, осознать, подумать. Но это одно из ценнейших качеств и чувств, которые вы можете сохранить и дать. Найдите свой родовой канал. Научитесь ценить и уважать. Благодарим наших родителей. И благодарю сегодня своего отца за то, что дал он мне право на жизнь. Будьте здоровы.